Теперь нам нужно вернуться в мой город, да? Угу. По-моему, не так сложно. Масло можешь у этого чувака взять. Почем? Я сам тебе куплю. А, ну что-то подошел, да? Ага. How can I help you? Почем у него? По 6. Не так уж дешево. Так, тешечка. Железных деталей не хватает теперь мне. Ну, пошли сейчас поциков напиздим. Пойдем. Так, у меня 200 монет, а мне надо 500, да, я говорил. По-моему, где-то у этого чувака есть классный навык какой-то, если не ошибаюсь. 500, а следующий навык 600. За что? Здоровье? Выстрел на вылет. What can I do for you? Ну, житухи 500 стоят. И потом следующий навык, пробивной выстрел. 600, блядь. Ну, чтобы ты из лука шмальнул и сразу же вызвал кровотечение. Потом бежит себе, он уже, блядь, убегает потихоньку. Неплохо, неплохо. А тебе надо одноручный меч, все-таки из усика того пипедика, блядь, из тараканов. Меч ассасина, что тоже бьешь и сразу же то ли просто кровотечение, то ли экстремальное кровотечение. Посмотрим. Так. Мне нужно железо. Ловушка, шип. Ну, шип можешь разобрать. Ой, два железа. Или одно железо. Так и сделаю. Вообще не самый экономичный вариант. Так, бля, походу я сейчас возьму такие водочки шлепну. Как хочется куда-то по тяночке. Понимаешь меня? В холодильничке, который называется у меня шкафом. Давай, Олег, за то, чтобы мы прошли этот ебаный Outward. Так, пол рюмочки. Бану. О. С яблочком или с бананом, не знаю. Так, три стрелы у меня было. Эта тварь еще не сдохла. Эта тварь сдохла. Кого-то нашел, кого убить? Да, люди. Изи катка. Смотри. Почему у меня перегруз, я что-то не понимаю. Добивай, мразь. Добивай второго. У них у всех. Я сам сейчас добью. Что у них там? О, стрелы, то, что надо. Ну, кстати, факел. Алебарда можно разбирать и прочее дерьмо на металл? Да, на металл. Ну, ништяк. Оле? Стрелы. Все, сейчас открываю. Ладно, Олег, ты стрелы это пока... Стрелы не кидай, чтобы я...
Ты пока иди там дальше, я сейчас Настя открою. Все, Олег, за тобой бегу. Далеко ушел, нет? Олег, да, нет, далеко, меня сейчас продвинуть могут. Все, блядь, я его сделал. Он чуть сам не сдох. Что ты, бери все, разбирай все. Да. Может, это по скайпу? Водочки выпьем. У тебя есть что-нибудь выпить? Да, наверняка есть. Паузу сделаем небольшую. Не, без паузы, сразу. Хуярим просто. Не, ну так, включить хотя бы это. А, бля. В смысле, что видашка? Ага. Олег, подойди, используй, пожалуйста, переход. Блин, испортилось яйцо у меня. Зато мы в Херсонесе. Ну что, идем дубасить сразу? Думаешь, стоит? У меня, смотри, по жизням что. Хотя я буду стрелять, да, пойдем. Ну не в городе идти спать. Вот ёбнуться, как обратно потом идти сколько. Ну да, давай, ох. Смотри, сейчас обманочка и будет. Оп. Чё, я промазал, что ли? Как так? На, тварь. Тю. Это просто обычный выстрел. Прикинь, насколько он мощный. Пекал этот. То есть, насколько он сбивает с ног. А если вот этот вот на троечку, это вообще пиздос. Если железо использовать. Чё там? Просто сундук без всего? Квестовой типа? Тщательно смотрев, вы видите 5 элементов. Череп с двумя звездами, глазницах, солнце, рыбу и красную луну. Надо бить на звезды. Сука. Ой, я гриб захавал, мне что-то плохо. Че, их нельзя? Дезориентация у меня. Мне дали какие-то штуки. А, ну все, то есть у меня надписи не появляются никакие.
Бля, ну они сильные такие твари, правда. Какие? Ну, атаманы эти. Да. Да будем их сейчас стрелять. Так, а где они? Так, лагерь бандитов можно зачистить, а потом следом пойти дальше. Ой, что-то холодно стало. Может, в лагере тепло будет? Или там загрузки что, нет? Что, выхода нет сюда? Что за дичь? А так нельзя перепрыгнуть? Он сейчас их Ой, у меня сейчас он вообще сдохнет, мне кажется, от холода. Или сейчас от падения сдохнет. Не, не сдох. Пойдем в тюрьму погреемся чуть. Как бандитская тюрьма? Да, мне ж холодно, пиздос. Да, ну, кстати, мы же бомжи, они, в принципе, так делают. В тюрьме, чтобы погреться? Идешь, что-нибудь обнес и погрелся заодно в тюрьме? Ну да, ты там и погреться, похавать, и покушать. И работать не будут заставлять, в отличие от всяких этих, ну, как они там называются? Которым помогают. Так, ты что тут, а? Он не стукнет, точно? Стукнет. Что, как стукнет? Оу, щет. У меня что-то вообще, смотри, что произошло. Зато я согреюсь сейчас. Ты фаерболов наебашишь. Он уже согреваюсь. Что это за тварь вообще такая? Бендига. Ты уже вовсю колдуешь, смотрю. Лаки. Ну, ты тоже можешь? Да не, я ж хочу этим быть, с пеклом. Или... Просто надо было. Или мана пригодится мне тоже, если я буду стрелять. Одно другое не исключает. О, у тебя уже мечонок этот. Нихуя себе, даже хоть щит. Урон ёбнется просто. У него жизни, ты видишь вообще? Стоит его убивать? Может, у него тупо они восстанавливаются быстрее? Я не вижу его жизни. Но я тебя резать не могу. А, да, точно. А лука нет? А лук, мне кажется, нет, не попадает. Попадает. Да нет, вроде есть. Кровь, есть кровь. Кровь есть, да. Он от этого еще больше злится, мне кажется. Ну все, рип. А я сейчас, походу, не смогу никуда выйти даже. Я застрял. А, ты можешь открыть эту парашу. Че у него? У него ключ, ты бери ключ, я возьму клыки, камень ледяной и прочее говно.
В сундуке дерьмо какое-то, блядь. Ключ самый главный. Ну, я возьму ключ, ладно. Так. Так. Ну, все можно подразобрать. Ой. Что темно стало. Сейчас я буду все разбирать тогда. Что там, какие-то сапоги? Торговцы, кстати, у меня что? У меня классные сапоги, да, вроде? Темные сапоги, да, аристократы. Я аристократ. Так, разбираем. Говноград, аристократ. Ты не смотрел 47 ранинов? Или как-то так? Типа японская фэнтези. Не смотрел? Нет. Yeah. Пиздата. Вчера с Настей попалили. Советую. Так, эта штука стоит, по-моему, дорого. Ладно, этот разберу. Что там по весу? Все, вес наладился. Ткани куча. Потусторонние останки у меня есть. Ты ловушки ставить умеешь? Да, но только обычные. У меня есть... Нажимные я не учил. У меня есть... Палладиевые шипы, 3 штуки нужны, они же для ловушек, правильно? Слушай, вон, открывай вот эту дверь, там охуенный сундук. Ух ты. Я таких не помню вообще. А? На полочку положу, купил пачку сигарет. Ага, понял. 46 денег. Понял. Понял, да? Угу. Ты алебарды уважаешь, Олег? Уже нет. Да. Нормальные такие эти сапоги. Ну, короче, возьму все, если унесу. Не унесу. Что бы такое бы сделать-то? Выкинуть какую-нибудь параши. А, не, все нормально. Я забрал, выкинул тебя. Че говоришь? Я говорю, я их забрал пока. Выкину тебе их обратно. А, я их разберу. Тебе же не нужны? Хотя не стоят. 13. Я думал, они лучше их продать, чем за этот. Ну да. Мне просто это. Чем разобрать на один металл. Так. Сюда тогда в карман положу меч. Это вообще нахрен не нужно. В карман положу вот эту херню. Ловушка, растяжка, 6 штук у меня есть, кстати. Стрелы нахуй мне, лук тоже нахуй не нужен. Все, я готов. Это что, все? Вся деревня? Вся тюрьма? Ну это же мини-тюрячка. Типа обезьянник. Угу. Такие у них мощные... пленники. Ой, я понял, почему у меня перегрузка. Смотри, вот это здание каменное, да, там охуенный мрамор, все фигня. Угу. Это у них тюрьма, а сами живут в каких-то палатках ебаных на снегу. Такая фишка у них. Ладно, возьму вот это в руки лучше. Бля, рюкзак перегружен. Ой, ой-ой-ой. Начинаем вырезать. Да бери пистолет, уже заебал.
он что, вернулся от выстрела? Это что за хуйня такая сейчас была? На, мразь. Так. Сейчас смотри, этот тип попутает люлей. Вот этот. Раз. Упал что-то. Рюкзак перегружен. На тебе ловушки, Олег. Нужны? Да они, блядь, есть, это пиздец. Пусть у тебя валяются. А мне уже некуда. Сразу дохуя тоже не нужны мне. Фонарь конченый, зачем мне нужен? Ох, тяжелый. Чувак, своих только 7 штук. О, кстати, я же могу разбирать. Ой, соль тут есть у них. Полезная штука. Могу все это в железо превращать. А лук, он в дерево будет, да? Превращаться. А лук ни во что не превращается. Нельзя разобрать, да? Угу, ладно. Ты что, помер? Я в пиве. Ой-ой-ой, это плохо. Сейчас я им пизды дам. Здрасте. Все. Вставай. Оживить бомжа. Болезнь простуда у меня. Вот, сука, экстремальное кровотечение. Короче, шипы все эти. Шипы все разбираю, нахуй. Веса нет. Кусок палладия у меня что-то какой-то лежит. Шипы разбираешь? Да. По-твоему, шипы это... менее экономно, чем металл. Ты делаешь одни шипы из 4 металлов. Нет, я просто... А разбираешь? Я стреляю потом, мне нужно железо, чтобы стрелять четкими патриками. Так, а, вот, у меня супчик есть какой-нибудь. Устанавливает ману. О, с согревающим эффектом, давай, попей. Болезнь простуда отступает. Тебе нужно? У меня есть супчик от простуды. И ману еще восстанавливает быстро. Я бегу просто как мразь. Почему так медленно? Опять перебегу. Я сам таки делаю. От чего же избавиться? Почему нельзя упорядочить по весу? Так, ключ от лагеря бандитов. Зачем мне он нужен? Выкину. Ткань. Морская трава тоже нахрен не нужна. Панцирь насекомого нужен вроде, да? Может, передохнем, Олег? Я не могу так бегать.
это нахрен. Ну, догоняй. Сейчас. О, все, я понял, что надо было сделать. Это странная система, что когда ты оружие в руках держишь, у тебя вес меньше становится. Ну, в сумке меньше. Ну да, и перегруза нет. Хотя, по факту, ты несешь столько же. Вам очень холодно. Ты кастрик там не сделал случайно? Вы кашляете. Сделал. О, заебись. Не кашляйте. Еее, грейся. У меня, по-моему, еще палатка какая-то есть. Простая хотя бы. Я свою проебал. Ты можешь в моей поспать? Нет? В голосихе. Так, ну что там? Пить захочет, на похуй. Восемь да, поспим. Уже ремонт надо. Блядь, и отдохнуть надо, сука. Все, ништяк. То, что хотите пить, это ничего страшного. Питье. Надо быстрее все равно двигаться, чтобы опять не замерзнуть. Пойдем, Олег, быстрее. Слышь? Сейчас надо пожрать. Что, мне до сих пор, что ли, это, блядь, простуда? Да, она не пройдет просто так. Это надо только чай пить. Пиздец. Чтобы она прошла. В реале проходит. Поспал и все. Там холодно. На мне маска, значит, я буду с ними пиздеть. Так, я думаю, что так и не смогу сражаться. Я буду опять дохнуть от холода. Я уже кашляю опять. Надо что-нибудь выпить. Ну, просто прочитай, что делает простуда. Насколько это будет влиять на бой? Выносливость 15%. Риск простудиться, скорость передвижения 15%. Короче, такое себе. Мы сейчас во второй лагерь или что? Сундук. Сейчас в лагерь бандитов. Я про него и говорю. А, вот он, мощный тип. Сейчас 5 сек. Сейчас он упадет.
Чё, сейчас упадет, пидорас. А, бля, не сработало, что. А, у меня же другое. Да сейчас, Олег, еще раз я его уровню. Там это. Опачки. Вот, у него заебись, и щит здоровый. Соль. Шипы железные, сапфир. И булава его тоже тема. Миско. Так, шипы разбираем сразу. Так. Мне очень холодно. Так, эти ты, наверное, не будешь брать, потому что не унесешь. Ладно, да? Короче, выпью супчика. Щит. Хуя себя наклюет. Не помогает этот суп согреться. Возьмешь, будешь булавой пить? Да какой булавой? У меня все, я сейчас сдохну вообще. У меня очень холодно. На минимуме. Суп не помогает. Сейчас внутрь зайдем. Пойдем, пойдем быстрее. А, я сейчас сдохну. Жизни уже пошли уменьшаться. Все, пизда мне. Пробел. Е-е-е, я сдох прямо здесь. Зашел такой. Так, у меня что, я замерз или что? Только не пизди ни с кем. Хорошо. А риск простудиться, скорость передвижения меньше. А ну что-то. Ты можешь, кстати, умереть. Простуда проходит после смерти. Я вот так и вылечил свою. Стрелы нахуй не нужны. Не, у меня нету нахуй. Простуды. А. Фига ты там бафаешься. У тебя нету этого разговора, типа, что вы якобы ты из их банды. Что надо делать? Блять. Убивать всех? Нельзя пройтись. Давай всех убьем. Можно попробовать убить, но если не получится, то пиздос потом из тюрьмы вот это пытаться выбраться. Потихоньку убьем. Так, сразу перебинтоваться на всякий. Ой, я что, нажал, что ли? На ешечку? Ты зачем такое? Так. Тут их много, да? Че, наверное, сейчас надо будет это, активировать и бежать в лифт. И выманивать по одному из них. Давай. Чтобы они заходили в лифт, опускать их. Давай, я сразу буду просто в лифте ждать. What the fuck, меня убили сразу, в ту же секунду. Потому что меня телепортировали, блядь, к тебе. Там маг меня кидается всяким говном, стоит. Так что ты меня не реснешь, я думаю. А, ты зато их можешь, наверное, вниз отправить, да? И мага выманить как-нибудь луком там, чем-нибудь. Ну, сейчас хотя бы один из них подходит ко мне.
Бля, он сильный, наверное. Ебать он. Второй пошел. А, нет. Все. Сдох, блядь. Мы въебали. Выбираться прям, по-моему, заеб реальный. Там что-то руду добывать, да? Ну, надо деньги, чтобы выкупить себе. Но можно попробовать их ёбнуть. Сейчас надо взять просто этот, инструменты свои. Сейчас все будет. О, что? Я появился под миром. Я вот появился вот здесь. Где-то, блядь. А блядь, чё... вот мрази. Что случилось? А почему мрази? Все заебись. Просто бежать опять заново туда. Давай, можно тогда сейчас баф получить и потом пойдем. Должны были нас посадить сейчас. Ну да. Надо было почитать, что написано было. Я не стал читать. Еще и с вещами, со всеми, да? Прикольно. Угу. Ну, было бы забавно, если бы вещи бы там остались, надо было заново всю собирать экипировку, заново всю там дрочиться, чтобы вещи свои собрать. Так, я наконец-таки все продам. А, маленький сапфир, две штуки, да. Палладий нужен, да, Олег? Да. По идее. Че, слушай, а у тебя какой-то случаем не кремниевый пистолет? У меня пистолет-пушка. А. Пуха, как ты говоришь. Так, вот это говно. Получается, я, у меня 421 золота. А еще можно вот это продать. Greetings, friend. За сколько? За 75, ого. Пятьсот 13 у меня бабок. Ништячок. А почему в городе не холодно, тут же прям лютая зима? Что за фак? Текс. Закидываем всё говно. Сюда. Пинтов. Все, кроме двух. У меня 1400. Фига себе. Крутяк. Ну, я много бегал. Долго. Так, оружие. Сейчас надо 1200 выложить, чтобы у меня был толк от этих, от прощупываний. А то ты решил его качать, да? А? Ты его решил качать. Ну, правильно. Да, спидстера. Так, факел. Я пошел на боковую. Надо будет поспать 8 часов и поремонтировать еще часа 4, да? А 6 часов можно выспаться за 6, не знаешь? Не знаю, тебе что, какая разница? Не знаю, чтобы полностью все пусть это... Пусть ремонтируют, да побольше. Ну ладно, Тэшечка.